раньше не бывало на Новограде? Обнимаешься так, как будто каждый год. Да, вчера. Я тренируюсь, крепко. Князюшка родный, ну ты когда у нас бывал-то, ты скажи, как у нас девиц-то называют в Новограде? Ты хоть знаешь о ней? А я напомню. Бабоньки, у вас-то, вы откуда вы к нам приехавшие-то? Понятно, что из Эстонии, а из города-то из Кубани. Выру. 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 Ой, да это ж хорошо. Да как у вас-то там, выру-то в вашем. Девоньки, бабоньки, как вас ласково мужики-то называют? Ну-ка скажите. Маленькие. Как? Калике. 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 Калис. Калис. А это что значит в переводе? Дорогой. А, это имя так. Любимая. 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 Ой, это хорошо. А у нас, родные, у нас все по-другому. У нас, знаете, к бабонькам, к девонькам особливо отношение. У нас с 9 века князюшка за все несет ответственность господин. А бабоньки по Новограду гуляют, красотой сияя, позументы свои показывают, ожерелки свои, всяко разно ходят, а все на них любуются. Ежели девонька маленькая идет, совсем малая-то, у нас ее называют Морошенка. Знаете, ягода-то такая есть, Морошка? Ежели у нас девоньки маленькие, Морошеньки побежали по Новограду, вон по Софийской-то площади, у нас бабы-то господа стоят, умиляются, говорят, ой, Морошеньки-то побежали, солнце-то ясно выглянуло, значит, по Новограде все хорошо. Ежели чуток постарше девоньки-то, которые на выданье, девоньки, есть кто к нам за женихам-то приехавшие? В Новоград-то есть кто за женихам сегодня приехавший-то? Ну нету, ну ладно, так рассказываю. У нас ежели девоньки-то женихов поджидают, а батьки-то у нас, знаете, какие строгие, они девоньку посадят в самую верхнюю горницу, а нас ухожие... Thank you.
Нету рыбы. Поем! Поем!